Неважно, отправляетесь ли вы на курорт или просто на отдых поближе к природе, все равно каждое путешествие – это новые впечатления и приключения. Но для того, чтобы после поездки у вас оставались только приятные воспоминания, необходимо подготовиться и знать некоторые хитрости. О них мы и расскажем. Требуется разложить множество предметов по небольшим пакетикам, и, как обычно, их под рукой нет, сделать их можно самостоятельно из обычного пакета. Разогрейте нож над свечой и проведите им по пластику, стороны склеятся. Насущная проблема во время всех поездок – это место в чемодане. Сэкономить его можно с помощью хранения мыла внутри разреза мочалки, плюс такого приспособления и в дальнейшем удобном использовании, благодаря чему теперь не надо будет постоянно наносить мыло, так как при попадании на мочалку воды она сама будет пениться. Вам необходима термобутылка? Ее можно смастерить самостоятельно. Понадобится стеклянная емкость, которую ставим внутрь разрезанной пластиковой бутылки. Засыпаем на дно измельченный пенопласт. Закрываем конструкцию и фиксируем клейкой лентой. По бокам еще добавляем белые гранулы. Внутри такого термоса горячее будет оставаться горячим, а холодное – холодным в течение длительного времени. Вьетнамки – любимая летняя обувь, особенно для пляжа, но, к сожалению, не всегда практичная. Из-за ненадежности крепления для пальцев, зафиксировать его, чтобы хотя бы дойти до дома, можно с помощью язычка от металлической банки. Если вы любите ходить в походы, вам знакома ситуация с отсыревшими спичками. Чтобы они все-таки горели, даже если на них попадет влага, покройте их головки прозрачным лаком. Если вы постоянно возите с собой в путешествие различные баночки и косметику, то хоть раз сталкивались с протеканием одного из ваших предметов. Чтобы этого не произошло, перед путешествием покройте горлышко пищевой пленкой, а уже потом закройте крышку. Не хотите вообще с собой брать целые тюбики, да и средства требуется совсем чуть-чуть, тогда сначала налейте выбранную косметику на крышки, пропитайте в составе ватные диски и разложите их в небольшие пакетики с застежкой. Возьмите на заметку все наши советы. Удачи в домашних делах!